Всем шалом. 26 октября, День независимости Австрии. Именно в этот день, в 1955 году, Австрия вернула себе суверенитет и независимость. А приобрела Австрия эту свою независимость и суверенитет после того, как до 1955 года была оккупирована фашистами. Сначала до 1945 года это была фашистская Германия, после 1945 это был фашистский Советский Союз. Почему фашистский? Потому что и Германия, и Советский Союз были союзниками и воевали в Польше. Ну, воевали, захватывали, грабили, оккупировали, уничтожали мирное население. Гитлер зашел в Польшу 1 сентября 1939 года, Сталин зашел в Польшу 17 сентября 1939 года. Конечно, вам
большинству эту правду не скажут. Ну, кто умный, тот знает. А кто не знает, тот не знает. Почему не знает? Потому что правительству нужно управляемое стадо баранов, которые не должны ничего знать. Поэтому большинство ваших дедов и прадедов были фашистами и воевали на стороне Гитлера в Польше. Как-то так. И потом был парад в 41-м году гитлеровской Германии и Советского Союза. А потом, когда Гитлер напал на Советский Союз этого не ожидал и начал скулить. И чтобы американцы и англичане открыли второй фронт. А если бы американцы и англичане не открыли второй фронт, то Советский Союз в течение года сделал бы жест доброй воли, такой, как делает сейчас вторая армия в мире, в Украине, и драпали бы, аж пятки сверкали. Поэтому благодарите не дедов своих, не прадедов, фашистов, а благодарите американцев и англичан, которые открыли второй фронт и силами совместными победили гитлеровский фашизм. Ну, а советский фашизм, как вы понимаете, он так и остался. И сейчас мы видим его кульминацию. Кульминацию на территории независимого суверенного государства, которое называется Украина. Вот как-то так вкратце. Поэтому Австрия сегодня празднует именно суверенитет от всех фашистов. Немецких и русских. Ну, советских. Но это ничего не меняет. Все, смотрим дальше, что интересно. Да, и, конечно, как всегда, центр перекрыт, все перекрыто, все тихо, мирно, спокойно, все отлажено, все отлично. Видите, какой порядок? Порядок, все, там еще техника в центре, мы туда еще пойдем. Сейчас мы пойдем смотреть парламент. Помимо того, что выставка техники, можно потрогать, попробовать, пострелять нельзя. Вот, что-то купить, какой-то сувенир вы видели, я показывал. Помимо этого, еще открыты некоторые музеи и открыт парламент, день открытых дверей, и открыты канцелярия президента Александра. Да, в Австрии президента зовут Сашка. Сашка ван дер Беллен, если быть точным. Сейчас пойду посмотрю, пустят ли меня в парламент, и вам все покажу. Внутрь пускают, только людей очень много, поэтому сказали, нужно ждать 2-3 часа. 2-3 часа, потому что там люди уже стоят в очереди. Поэтому пойдем дальше, посмотрим, а потом придем сюда после обеда. Может, людей будет меньше. Посмотрим. Очень много людей, все как всегда на таких мероприятиях. Сегодня выходной, государственный выходной по всей Австрии, и Австрия празднует День независимости. Вот так проходит День независимости. Auf die israelische Bevölkerung und die daraus entstehende Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten. Ну что, президент сказал, что часть этой техники скоро поедет в Украину выбивать победу. Вот, потому что там на полуторках долго не повоюешь, которые с музея списаны для второй армии мира. Он говорит, вот немножко Украине даст новой техники, чтобы полуторки в клочья просто разносило. Палатки военные. Вот такого плана. И вот такую, говорит, дам пару машинок, чтобы сбивать шахиды. Вот такого плана. Так что держись, вторая армия. Скоро приедут.
новая техника. Тут, чтобы вы понимали масштабы. Офигеть, там броня, наверное, сантиметров 10. Тут тоже колесо 1.5 метра и вот такая махина. 2.5 метра высота. Erstes 3 Punkte, er hat gewonnen. Wichtig noch eines, hier suche ich immer Bilder, die mit Trinkwasser zu tun haben. Gell? Also ich suche nicht Rasenmäher. Как всегда, вода бесплатна, туалеты бесплатно, все как и полагается загнивающему Западу. Вот, пожалуйста, посмотрите. Берите воду и пьете. Платить не надо. Можно порисовать деткам. Можно взять вот такой раздаточный материал информационный. Тут какая-то карта. Тут какие-то брошюрки. Einen Rollstuhl, einen Rollator, eine Krücke und einen Gehstock. Und ich würde mich hier freuen, wenn wir jetzt 4 Erwachsene hätten, die sich hereintrauen und uns hier ein wenig helfen. Der junge Mann mit der Brille hier. Мы тоже читаем. Мы тоже читаем. Читаем, читаем журнал. Брошюру. Und es geht vor allem darum, dass hier Menschen mit Gehhilfen unterwegs sind. Menschen, die also sich anders bewegen als ein gesunder Mensch, was für nicht jeden Hund selbstverständlich ist. Der Rollstuhl muss fixiert sein, der Rollator muss fixiert sein. Как вы поняли, все рассчитано на детей. Разные службы, городские, пожарные, полиция, скорые и так дальше, показывают свою работу детям. Ja, und dieses Objekt, das schmeißt man weg. Und ich habe euch immer ein paar Möglichkeiten, wo ihr dieses Objekt reicht. Трубочисты. Мероприятия начались в 9 часов и будут продолжаться до 5 вечера. Поэтому, кто хочет, приезжайте в следующем году, 26 октября, и отмечайте День независимости вместе со всей Австрией. Мы будем спать. Вы подписывайтесь на канал, ставьте, жмите, пишите. Короче, делайте, что хотите. Мы уже пошли домой. Все, всем пока.